Давно ли вы последний раз целенаправленно оглядывались на свою жизнь? На самом деле это очень важная штука. Посмотреть по сторонам, где вы, что с вами происходит, с какими людьми вы общаетесь, из чего ваша жизнь состоит. И если вы целенаправленно это анализируете, вы можете, с одной стороны, увидеть ресурсы и возможности в этом своем нынешнем состоянии. Вы можете увидеть то, что вы, возможно, делаете неправильно. И как вы можете что-то менять в своей жизни, а все мы хотим ее менять к лучшему, если мы не способны оценить нынешнее состояние как недостаточно вас радующее. Но мы часто ощущаем, что нам вокруг все не так, все не то, не пятое, не десятое. И это просто повод для страданий, для жалости к самим себе. А что если вот оценить и посмотреть, что вот в жизни есть это, а есть что-то важное, что-то настоящее, что-то по-настоящему ценное, что нуждается в вашей заботе, в вашем времени, в вашем участии. Подумайте так о своей жизни, если у вас есть хоть чуть-чуть времени на себя. Потратьте его самому.